Здравствуйте, я Денис Никифоров, бренд-шеф компании Борг. Моя цель – показать, как техника Борг помогает быть здоровым и питаться в соответствии с принципом «думай, что ешь». Сегодня я буду готовить смузи из ягод годжи. Все очень полезно, расскажу по порядку. Смузи – это густой напиток, который готовится на основе овощей, фруктов и ягод. В Нью-Йорке и в Лондоне 15 тысяч баров, в котором готовят смузи. А годжи – это вот такие ягоды, у которых слава молодильных ягод. Итак, начнем готовить смузи. Для этого нам понадобится кокосовое молоко. Это любовь вегетарианцев. Кокосовое молоко готовится из кокосового ореха и воды. Клубника. Ягоды годжи. Пару кубиков льда. Мед. И овес, из которого мы сделаем овсяные хлопья с помощью мельницы Борг. Овсяные хлопья вы можете купить в магазине, но вы будете не уверены в их качестве. Теперь мы добавляем овсяные хлопья в наш смузи. Также для приготовления смузи нам понадобится банан. Прелесть смузи в том, что напиток делается очень быстро. Все, что вам необходимо, это положить ингредиенты в стакан, закрыть, выбрать режим смузи, и через минуту он будет готов. Ну что, у нас получился молодильный смузи из ягоды годжи. В чем прелесть этих ягод? В ягодах годжи содержится много полисахаридов, которые помогают бороться с вирусами. Также эти ягоды используют спортсмены для того, чтобы набрать мышечную массу. И женщины, чтобы сбросить лишний вес. А еще смузи помогает обмануть себя. Мало кто любит есть отруби, но все знают, что это очень полезно. Мой совет – добавьте пару ложек отрубей в смузи, и вы их просто не заметите. А организм вам точно скажет спасибо. 2 минуты, и наш смузи готов. Простота, польза и отличный вкус. И это все благодаря Борг. Приятного аппетита!